Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости «Дома-2». Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. После того, как многие ребята с поляны отправились на остров любви, ведущие представили внеплановый мужской приход. Познакомимся с ребятами. Это Никита, ему 29, он приехал из Санкт-Петербурга к Марине Африкантовой. Марине парень тоже понравился, у Никиты свой бизнес, комиссионные магазины. Вальтер родом из Ростова, ему 29 лет, живет в Москве. Он пока не определился с симпатией, но выделяет новенькую Аллу, что очень странно, ведь девушка только появилась на проекте и в эфирах ее практически не было видно. Вот некоторые фотографии Вальтера из соцсетей. Ивану 25 лет, он тоже приехал к Марине Африкантовой. Парень любит высоких, красивых и стройных блондинок. У него тоже свой бизнес, квартирный и автомоечный. Также он снимает ролики и пишет песни, хочет снять клип с участием Марины. Алексей родом из Одессы, ему 22 года. Он профессионально занимается греблей на каноэ. Парень пришел построить любовь с Майей Донцовой. Он подарил девушке цветы и приготовил завтрак. Маша, Кахно и другие участницы очень рады за Майю и считают, что ей нужно поскорее заселяться с таким шикарным парнем, пока его никто не увел. Но Майя решила не строить отношения ни с одним из пришедших к ней недавно парней. Алла Грибова, которая пришла к Петру Шепелю, продолжает настойчиво идти к своей цели. «Я решила взять все в свои руки», – пишет Алла. «Я перенесла вещи в комнату Пети. Конечно, он был против, но Бузова поддержала меня, и теперь 10 дней мы должны находиться в одной комнате». Журнал «Дом-2» опубликовал новость. Якобы Андрей Чуев не может простить Марину Африкантову до сих пор, и он, возможно, вернется на проект, чтобы помешать строить отношения бывшей девушке. Марина в интервью рассказала о своих отношениях с бывшим. «Он написал мне кучу угрожающих смс и 20 голосовых сообщений. Я прослушала только несколько, там сплошной мат и оскорбления. Я расстроилась и плакала. Если он придет на Дом-2, то точно не для того, чтобы строить любовь. Он хочет отомстить мне», – уверена Марина. Саша Черно получила прозвище. Участники на острове ласково называют ее «Бусинкой». Ольга Бузова побила все рекорды. Она презентует уже четвертую свою песню за последние месяцы, на этот раз под названием «Улетаю». «Мне сообщили из офиса iTunes в России», – пишет Бузова, – «что я стала первым российским артистом за всю историю, чьи треки попадали на первое место этого чарта в первый же час после появления. Это означает, что я на верном пути, что я делаю хорошую музыку, для меня это очень важно». Бывший муж Оли, Дмитрий Тарасов и его новая девушка Анастасия Костенко побывали на свадьбе рэпера Мота. Бузовой не было на свадьбе, хотя она тоже дружит с женихом и невестой. Хотя на девичнике Бузова была. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.